О, гурт был аркуэ. Чисто. Вот все, коридор его, да? Смотри, уэ. Опа, сосед, чем он еще больше не... Артур Хани, мальчик, как всегда. И маме, да, скетч, я считаю. Это уэ, да? Так что жизнь говорит, ты же муду, муа что ж. Это не горсет. Да, я говорю, да. Уборки, вообще, ну, то, что не роки, чуо, срезу, и что, да, ты, а я их стыду, что ты не роки. Да. Чей мам показывает, что, какие эти штуки пьет. Все говорят, я на химии, то все, вот вся моя химия. Покажи, что. Смотри, БЦ, это предтренинг, иногда и ты их не пьешь, походу, даже. Редко пью. Тоже предтренинг, но разные вкусы взял. Аминокислоты, это я вообще практически не пью. Это витамины каждое ну, утро. Ну покажи какие. А есть витамины еще? В сборную выдали. Тут был мед, почти закончилось. Угу. Эту я вообще не открыл, тоже выдали. А что это такое? Не знаю даже. Инозин какой-то, короче. Вот. Для сердца пью, здесь магний, здесь тоже магний, кальций, там всякие пищевые добавки, это омега-3. И духи покажи теперь. И духи 212. В общем, БЦА, актовиген еще перед соревнованием может, все, L-карнитин. В общем, за весь день из этого там по чуть-чуть пью. Никакой химии, никакого допинга. Чисто, да? Чисто турник брусы. Тарган, ай говорит, а? Чисто физик. Ой, ой, да. Тарган, я чуть скромный буду. Крамки лархи, что ли? Саял допинг, а не ухажешь за химию. Крамки лархи. Ухажешь за химию, что ли? Мол, ой, что за хвост. Он легче полтакой, задаться, милая. Где-то? А, это такой имама, да? Да. Тебе одну дали, да, на весь сбор? Да. А ты и сам можешь, да, иду со сбор. А как химиешь ли ешь? Да, кшдики у цель цундир. Соли все чисто, хитэ ашву. И то из-под крана, да? Да. Рокки Бальбосен, ба? Два яйца закинул. И все, полетел. Про кроссовки расскажи, что я начинаю. Кроссовки просто взял там удобнее. Забрал у кого-то, да. Удобные, одел просто, удобные взял там спортмастер. Ничего такого. А что скажешь напоследок? Напоследок. Шей вариант, ла, бокс адает. Шей забал, я халом думаю. Халду, камел, да. Гинас халдари бола, ахтаца. Три тренировки в день. Три тренировки в день. Утром, днем, вечером. Успеваем только, даже кушать сегодня не успели, обед не сделали. Пришли, все, следующая тренировка, все. Там, намаз делать еле-еле успеваем и все. Так проходит на сборах жизнь. И что мы думаем? Ну, окупится, да, мы. Иншалла. Это проходит проходит целая жизнь на сборах. У меня только 2 года прошло. Прикинь, такая жизнь у меня в сборной уже почти 8 лет. И что, аж я в сборной. Да, прикинь. Вообще, ну, перерыв там максимум неделя или две недели дома и снова по месяц-полтора на сборах, на соревнованиях. Вот так уже больше 7 лет. Все. На ирзи. А ты что скажешь? Балбиц, лиц. Сунт еще интересно, маму, элла тоже интересно, хункалует хау. Так, да, ёс. Ай.